Протоиерей Всеволод Чаплин, глава синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям церкви и общества, обратился с просьбой к московским властям взять под контроль ситуацию вокруг снесенной церкви Пятидесятника в московском районе Новокосино. Как сообщают журналисты московского бюро ТБН, письмо с такой просьбой направлено заместителю мэра столицы Александру Горбенко. Чаплин призвал не забывать о том, что чувства верующих по отношению к зданию, в котором они совершают молитву, достойны уважения и всегда нуждаются в особом внимании. Церковь Пятидесятников Новокосино была снесена 6 сентября. Руководители общины рассказали, что ночью в здание ворвались люди, представившиеся судебными приставами и народными дружинниками. Они разграбили церковь, а затем разрушили ее, ссылаясь на то, что исполняют судебное решение. После сноса здания епископ РосХВЕ, член Общественной палаты Российской Федерации Сергей Риховский пообещал направить жалобу в прокуратуру, МВД и мэрию Москвы.